Здравствуйте, дамы и господа, да благоволит к нам Господь, с вами Джон Клюкер. Итак, следующий отчет по проекту ВАФ. Сегодня 14 мая 2015 год. Сегодня я закупил еще продуктов, но конфеты у меня закончились. Я купил леденцов вот таких вот. За килограмм они по 188. Вот тут... Я взял грамм 100, получилось, вот такие леденцы. Потом я взял хлеб Мича. А булка вот этого хлеба Мича стоит 19,20. Я полбулки взял. Это получается... Я записал сейчас. Скажу. 9,60 вроде бы. Да. И лука я взял на почти кило 600 с чем-то. Кило 670, так вот вроде было. На 58-50. Так, показываю. Вот было у меня последний раз вот такая сумма. 836,90 плюс 19,60 леденцы. Дальше 9,60 половинка хлеба Мича. И 58,50 это лук. Он у нас по 35 рублей сейчас за килограмм. Получилось у меня уже на 924 рубля 60 копеек. Да, уже подхожу к тысячному рубежу. А, вот с подоконника отрезал еще лук. И сделал вот сейчас... Одну луковицу порезал, но она большая. И получилось опять на всю тарелку салат луковый. Ну, как обычно, лук, соль и масло подсолнечное. Сейчас доедаю кашу вот эту, овсянку, в общем, что варил вчера. И вот с хлебушком хочу. Сейчас начну, наверное, с кашки. Открыл окошко, и прям солнце, вот, ну оно стоит, вот если так не показывать, вот так показывать, вот так оно, вот так стоит. Прям вот мне в глаз светит солнце. Сегодня я проходил у нас в городе там на новой площади, ну по-другому она у нас называется, площадь Ленина, и там на градус, ну на табло показывало плюс 30 градусов. Но это, видимо, на солнышке там датчик этот стоит. Очень много людей сегодня на улице. Тепло, хорошо. Такой теплый день. Так, сегодня что я кушал на работе? Ну, на работе там кто-то принес сушки. Я где-то около 20 сушек съел. Ну, в течение дня там с утра и в обед я кушал эти сушки. И три кружечки. Ну, они как стакан, это грамм по 200 я это. Три кружечки кипяченой воды я выпил. Да, зеленый лук вообще вкусный. Потом сегодня с Ворнидом видели первых двух комаров. Ну, это мы когда на работе выполнили там работу, ждали, пока машина за нами приедет. Вышли на улицу на скамеечке посидеть. Вот пока сидели, эти два комарика прилетели. Но они еще такие какие-то это замороженные, только, видимо, проснулись. Летали, но как бы не знали, куда им сесть. Обычно вот когда они сейчас вот
ну, когда теплее станет, хорошо уже, снег сойдет. Они уже потом у нас с налету только сел и сразу же укусил. Ну и вода сейчас очень такая большая. Тут когда едешь с поселка, поворот проезжаешь, там ручей черный течет. Что вот мы на телевышку ходим, тоже называется это. Ну, за телевышку мы ходим, в избушку. Там тоже называется ручей черный. И здесь тоже ручей черный. Ну, в принципе, сегодня по отчету все. На работу, конечно, вот надо брать что-то такое, покушать, потому что, ну, охота на работе кушать. Вот в обед. Вот, наверное, возьму вот этот хлеб, что у меня останется, Мича, завтра на работу. Ну вот, в принципе, все. Так, по новостям ничего такого интересного. Ну, еще скажу, вот кто следит за каналами, кто ждет поход «Майские перемены». Сегодня, не знаю, тоже, наверное, не знаю, получится, не получится отредактировать, там, хотя бы первую серию выпустить. Скорее всего, вот на выходных буду заниматься уже этим редактированием этого похода. И этот поход буду выкладывать на канале Geek. Вот. Все, спасибо за внимание, что были со мной. Следите за проектом ВАФ. Всего доброго. Удачи.